omul dă seama bine, tot aleargă strânge bani, la el nu se mai gândește, dacă 3000 de ani. Omul nu dă seama bine, tot aleargă strânge bani, la el nu se mai gândește, dar parcă are 3000 de ani. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea, nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții, să privesc cu drag copii, să mângâi nepoții. Vreau să mor de bătrânețe, e dorința mea, nu vreau să mor chinuit de vreo boală grea. Și-aș mai avea o dorință, chiar în ceasul morții. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, 18 ноября, мы спешим поздравить с днем рождения Пикулеву Наталью Валерьяновну. Сюрприз и подарки приготовили самые любимые детки, которые находятся во Франции. От всего сердца поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам здоровья, крепкого, долгих лет жизни и всего самого наилучшего! С днем рождения и хорошего вечера! Уважаемая наша, с неба, прекрасная, красивая, замечательная именинница. Как вы уже догадались, мы в этот праздник пришли к вам с сюрпризом, неожиданным, да, для вас. Но давайте мы вас спросим, вы догадались ли, может, от кого он может быть? Может, от сына? Еще. От зятя? Еще. От дочери? Совершенно верно, от ваших... самых родных и близких. Это совершенно верно. Примите нам, помогите, пожалуйста. С днем рождения! Здоровья, счастья и хорошего вечера. Спасибо вам большое! Конечно же, мы имеем еще слова поздравления специально для вас. Драгоценная, любимая, незаменимая наша мамочка, прими наши поздравления с днем рождения. Несмотря ни на что, знай, что мы тебя всегда очень любим и ценим. Ты наш самый любимый человечек, подаривший жизнь, за что мы тебе безумно благодарны. Ты нас всегда поддерживаешь, помогаешь и искренне радуешься любым нашим успехам. Ты наш самый лучший друг. У тебя самый вкусный суп и неповторимые котлетки. Спасибо тебе за все, чему ты нас научила. Здоровья тебе, наша родная, самого крепкого. Конечно же, никогда не болеть, не расстраиваться по мелочам и почаще улыбаться. Мы очень любим твою улыбку. Оставайся всегда такой же молодой, красивой, и пусть сбываются все твои мечты. Ты самая прекрасная мамочка на свете. Мы тебя очень безумно любим. С днем рождения от сына Виталика, от дочки Эллы, зятя Артур и самый главный кто? Внук Давид!
С днем рождения вас, самыми наилучшими пожеланиями, долгих лет жизни, радости от ваших деток, от вашего внука и будущих внуков, да? Надеемся, что ваша внучку, да, что в вашем доме всегда было тепло, уютно и радостно. Но мы пришли к вам не только с поздравлениями, с музыкальной композицией специально для любимой мамы. Что порой бывает, тебя обижаем. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама, самая лучшая мама Земли, самая добрая, нежная, самая. Мы так гордимся, что именно ты. Спасибо за руки твои, за то, что заботой у нас закружила, и свет своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Самыми теплыми, самыми нежными пожеланиями в этот замечательный праздник, ваш день рождения, от ваших любимых деток, которые находятся во Франции, далеко, но не всегда рядышком с вами, сердечком и душой. С днем рождения вас еще раз! Самой нежной супругой. С днем рождения!